Право от места – это один из самых известных российских вратарей Вячеслав Малафеев. Вячеслав, приветствую, очень рады вас видеть. Расскажите, какими судьбами на турнире по ММА? Ну, на самом деле, после завершения карьеры футбольной, это было год назад, я думал, чем же даже заниматься, какой вид деятельности, какой спорт и так далее. И мне всегда хотелось, пока я играл в футбол, что-то такое, научиться бороться, драться, я не знаю, там, постоять за себя, и вообще каким-то спортом продолжить. Вот выбрал смешанное единоборство, борьба, бокс, и мне это нравится, и я обещаю часто турниры разные, и, в принципе, вот таких небольших. Колпин первый раз, вот, пригласили друзья, знакомые, сегодня воскресенье, на даче, скажем так, не удалось поехать, поэтому приехал сюда. В принципе, все достаточно хорошо, кроме погоды. Вячеслав, если не секрет, у кого вы тренируетесь? Заур Мамедов, но я скажу, что молодой парень, но мне пока хватает общей физкультуры и основных навыков. Если у вас какое-нибудь желание выступить, может быть, в любителем в том же грэпплинге или в бразильском джиу-джитсу? Это у моего тренера есть такое желание, а у меня пока нет, я больше для себя тренируюсь. Ну и, в принципе, общее Женя, понимание Женя, этого вида спорта или его разновидности. Вот. Но все может быть. Азамат, может быть, наберу хорошую форму. И, может быть, когда-нибудь на любительском турнире приму участие. А если не секрет, что лучше получается, борьба или ударка сейчас? Ну, ударка в большей степени, потому что в борьбе немного мне тяжело. Я все-таки завершил карьеру из-за того, что была проблема со спиной. А там все-таки нужно быть постоянно в таком тонусе. Вот, поэтому дозируем, в основном ударка, да. Вячеслав, вы пришли к нам в единоборство сейчас из футбола. Футбол – это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Вы можете сказать, чего сейчас не хватает ММА, чтобы тоже занять какую-то нишу популярную в мире спорта? Где Женя? Да, мне кажется, понял. Все есть. Есть турниры, есть развитие, есть бойцы. Не знаю, во всем мире это достаточно турниры, стремительно развивается. Копина, наверное, проблема в том, что, может, не хватает достаточного финансирования. Вот, опять же, это должно быть Копина, всем телевидение, рекламодатели, да, то есть здесь должен быть интерес в совокупности. Это действительно зрелищно, это как деле, бои гладиаторов в Древнем Риме. И, конечно же, спорт, ну, скажем так, можно дальше это дело развивать, и, конечно, больше турниров нужно прививать детей, школы, чтобы это все становилось на поток. И, безусловно, наверное, если бы были бы яркие достижения российских борцов, то, наверное, это еще больше дал бы импульс, как в свое время это произошло при победе в Кубке УЕФА ЦСКА или Зенита. Вот, ну, мне кажется, вот в совокупности здесь нужно немного прилагать усилия. А так, в целом, я вижу и перспективу, я вижу тенденцию. Она достаточно хорошая на данный момент. Поэтому пожелаем удачи всем организаторам, скажем, чтобы бойцы росли, вырастали и показывали, реализовывали себя, скажем, на мировой арене. Вячеслав, спасибо вам большое за ваш вклад в футбол в российский, и за то, что присоединились теперь в наши ряды. Очень рады. Если вы будете присутствовать на турнирах по ММА, думаю, интерес к ним вырастет. Спасибо. Игорь Столицын, эксклюзив.